Недавно Госдума Российской Федерации запретила продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Ранее продажа напитков регулировалась региональным законодательством, и запрет был не везде, а после вступления закона в силу он будет действовать по всей стране. Энергетики в первую очередь приносят вред здоровью, приводят к истощению и сердечной недостаточности. Они заставляют надпочечники постоянно выделять адреналин и стимулировать работу всех органов систем, что негативно влияет на здоровье. В связи с этим наша съемочная группа решила поинтересоваться у подростков муниципалитета, согласны ли они с данным решением. Ну, это хорошо, потому что энергетики вредят здоровью, может сердце остановиться. Ну, лучше не пить эту гадость. Отметим, что инициатором данного закона является депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он подчеркнул символично, что закон принят в день заключительного пленарного заседания весенней сессии. Это большая гордость для страны и благо для здоровья подрастающего поколения. Нет, я не пью энергетики. Это вредно для здоровья. И, ну, для жизни это будет плохо, поэтому я не пью. Лучше бабушкин компот выпить. Я не употребляю энергетики, поскольку я еще несовершеннолетняя, да. И я считаю, что это не совсем хорошо и не совсем плохо для взрослых, которые осознанно покупают их. Это для них это нужно, наверное. А детям в основном это, думаю, плохо будет. Мне кажется, я буду пить только в том случае, в таких крайних случаях, там, когда очень уставшие, надо как-то работать, как-то зарядиться энергией. А также врачи считают, что употребление энергетиков может обернуться отравлением. Поэтому рекомендуют при обнаружении симптомов передозировки этим напитком нужно безотлагательно звонить в скорую помощь и попытаться вызвать рвоту у пострадавшего. Оставлять человека одного в такой ситуации крайне не рекомендуется.